Дороги, пожалуй, главная боль россиян, в том числе и жителей Алтайского края. Люди ежедневно жалуются на плохое состояние дорожной сети региона. А между тем на ремонт и содержание дорог уходят миллиарды рублей. Заместитель министра транспорта на заседании правительства пояснил, что в этом году план по реконструкции дорог выполнен в полном объеме. На обновление 64 краевых и 45 объектов местного значения в Барнауле, Бийске, Новоалтайске потрачено свыше 3 миллиардов рублей. В текущем году установлено 5 комплексов фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения город Барнаул и 2 пункта высокогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения. Общий задел дорожного фонда в 2021 превысил 14 миллиардов рублей. На эти деньги реконструировали более 800 километров дорог и 10 мостовых сооружений. Также привели к нормативу 80 километров федеральных трасс. Губернатор Виктор Томенко выступление профильных чиновников выслушал, но не услышал важного в итоговом отчете. Какие-то происходят события, которые приводят к тому, что была дорога или дорожное сооружение в порядке, что-то случилось, паводок, авария, еще что-то, значит, пришел не в порядок. Вот этого объема потерь я что-то нигде не вижу. А он ведь происходит. Второй вопрос повестки заседания – газификация. Министр строительства и ЖКХ края Вангелев доложил, что уровень газификации в регионе порядка 16%. Природным газом пользуются около 360 тысяч жителей. В 2021 году на мероприятие по газификации в краевом бюджете предусмотрено 400 миллионов рублей. На данные средства планируется построить 70 километров газовых сетей, и благодаря чему возможность подключения к природному газу появится у почти 2000 домовладений. Иван Гилев также добавил, что за счет собственных средств «Газпром» проектирует и строит магистральные и межпоселковые газопроводы. Это стало возможным благодаря соответствующему соглашению. Соглашение о реализации программы развития газоснабжения и газификации Алтайского края на период 2021-2025 годы. В соответствии с соглашением за 5 лет ПАО «Газпром» инвестирует в Алтайский край почти 60 миллиардов рублей. Кстати, часть федеральных средств, 55 миллиардов рублей, будет направлена на строительство магистральных газопроводов в направлении Рубцовска и Славгорода, пояснил чиновник. А правительству края, в свою очередь, нужно выполнить план по внутрипоселковым газопроводам и котельным. Валентина Аскерова, «День с толком».